Женский день в DC Heroes Club. Сегодня в парке прошел женский контест, в результате которого мы в очередной раз убедились, что девушек мы ценим не за катание. Спасибо. Каматурина Анастасия, третье место. Молодец. И второе место заняла райдерша из Москвы Алина Балашова. Так, сейчас, Алина, 7000 рублей. Спасибо. Первое место в DC Marmalade Jam занимает Саша Смирнова из Тюмени. Она здесь второй раз за эту весну. Молодец. В сумме 12 дней в поезде. Молодец, поздравляем. Реальное бабло, 10 тысяч рублей и автомобиль!